Добрый день, меня зовут Юрий Спасов-Уходский. Сейчас я буду выполнять джим-штанги лежа 160 кг на наклонной скамье. Выполнять я буду это упражнение с неполной амплитудой, потому что с полной амплитудой это упражнение травмоопасно для плечевых суставов. Ну что ж, приступим. Сейчас. Раз, два, три. Оп. Взял. Итак, несмотря на то, что я опускаю штангу не полностью, мышцы груди великолепно растут от этого упражнения, а плечевые суставы у меня со временем не изнашиваются. У меня прошли травмы плечевых суставов, которые были, когда я жал с полной амплитудой. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Юрий Спасов-Уходский. Я работаю персональным тренером и хочу вам рассказать о такой услуге, которая доступна на моем сайте Бицепс, как тренировки по интернету. Многим людям кажется, что тренироваться по интернету невозможно, потому что тренер не может на расстоянии понять, как ему тренировать клиента и помочь ему. Я доказал, что это совершенно не так. Для начала я снимаю на видео, как правильно делать упражнения. И когда я рекомендую для вас программу, то вы можете посмотреть на фото и видео, как правильно эти упражнения нужно делать. Но это далеко не все. Когда вы выполняете эту программу, которую я вам прислал, потом вы присылаете мне видеоотчет, короткие видео, как вы делаете самые основные упражнения, и потом я контролирую вашу технику по данным материалам. Прежде всего вы должны сделать замеры и так называемые контрольные фотографии. Сделав эти фото в таких вот позах, три основные позиции, а также просто в обычных позициях, то есть полностью расслабившись, вы присылаете мне данные фото, вы присылаете мне информацию о себе, что вы едите, как давно вы тренируетесь, по какой программе, или вы не тренируетесь, сколько времени. И потом я составляю первоначальную программу и диету для вас. Ну, естественно, уже через месяц эта программа и диета уже так эффективно работать не будут, поэтому каждый месяц программа и диета корректируются индивидуально, и поэтому у вас есть постоянный прогресс. Спасибо.